Ну да. Такая стена была. Вот она сейчас так выглядит. Вот. Сюда примерно. Там разные. Здесь толще. Самое главное, что у нас. Сегодня произошло это. Купили мы сегодня такую машину Protol MXP 1.602E Duo. Чего? Вот швы это постоянно интересно, как будут швы выглядеть, это видно будет это или нет. Классно швы выглядят вообще, вот. Не надо никакие там прилепливать плиточки. Ну, вот про швы вот спрашивают, а как будет выглядеть этот шов? Ну, нормально? Ну нормально? Нормально. Нахрена еще? А вот на ванной делаю такой же самый, да? Ну, и нахрена уже не бить ту плитку? Нормальный шов. Вот как здесь вот. Пойдет. А, нет, нормально, что так все это делают сейчас. Ну, а некоторые переживают, а как будет выглядеть? Ну, хотелось бы, чтобы это видно было. Ну, так не увидишь, что надо делать. Так что нормально, все.